another outline. Используйте третий съезд. Готовьтесь через 700 метров пересечь дорогу с круговым движением. Используйте второй съезд. Через 490 метров въедьте на дорогу с круговым движением, а затем съедьте, используя второй съезд. Затем съедьте, используя второй съезд. Используйте второй съезд.
постарайтесь через 800 метров въехать на дорогу с круговым движением. Съедьте на дорогу с круговым движением, а затем съедьте, используя второй съезд. Используйте второй съезд. Достигли промежуточного пункта. Проедьте 4,3 километра.
Используйте третий съезд. Через 90 метров въедьте на дорогу с круговым движением, а затем съедьте, используя первый съезд. Используйте первый съезд.
Приготовьтесь к левому повороту через 800 метров. Через 300 метров поворот налево. Держитесь правее по главной дороге. Через 380 метров поворот направо, затем поворот налево.
Приготовьтесь через 4 километра держаться левее. Через 1 километр держитесь левее.